Оригами Стритс представляет. В этом видео научимся делать оригами лисенка из двухцветного листа бумаги. Лисенок делается из квадратного листа бумаги. Перевернем лист белой стороной вверх. И сделаем линии сгибов по горизонтали и вертикали. С этой же стороны листа сделаем линии сгибов по диагоналям. Сложим один угол к центру. Перевернем лист на другую сторону. И сложенную сторону сложим к центральной горизонтальной линии сгиба, расправляя при этом сложенный угол. Сложим правый верхний угол к этой точке. Точно так же сложим и левую сторону. Этот край сложим к этой линии. И сложим правую сторону. По центральной вертикальной линии сделаем сгиб обратно. Левую сторону сложим точно так же. И сложим фигуру пополам от себя. Вот этот угол сложим к этой точке. Точно так же сложим и с другой стороны.
и сложим торчащий край в две стороны. Этот край сложим по этой линии. И сложим вовнутрь. То же самое сделаем и с этой стороны. Сложим нижнюю часть кверху. И с верхней стороны сложим бумагу по линиям сгибов. Расправим ушки, нарисуем глазки и носик. И миленький оригами лисенок готов. Мы большие молодцы!